Привет, с вами Винт, Blastbeat и обзоры от Blastbeat Drum Shop. Мы на выставке NEM Show 2019. И сейчас мы находимся напротив глобального стенда компании Dodario. И сейчас я хочу рассказать о тех новинках, которые они предоставили в 2019 году. Пойдемте посмотрим. Как всегда, громадный стенд с чиллаутом. На улице, возможно, мы фотку прикрепим к этому видео. Там огромное количество ящиков Dodario, то есть вот, в чем привезли вот это все. Очень глобально выглядит. Итак, во-первых, посмотрите на экспозицию ударных, на уголок ударных, и посмотрите вот на это. То есть, о чем это говорит, да? На самом деле, шикарная инсталляция. То есть, сначала мы видим огромные бревна, которые потом распиливаются на доски. Потом на квадратные уже брусочки, из которых делаются уже кругляши. А из этих кругляшей получаются офигенные палочки ProMark, которые тоже представлены на этом стенде. И также представлены срезы деревьев, с которых делаются палки. Maple, Hickory и дуб, собственно, OAK. Вот, теперь немножко о новинках. Значит, мы наблюдаем сейчас перед собой два бас-барабана. И на них стоят пластики UV Yamat. Кто-то уже, наверное, с ними знаком, кто-то нет. Значит, новинка 2019 года еще, которая не представлена сейчас на стенде, но она появится в 2019 году. Это UV 2. Вот. Теперь, для чего стоит два бас-барабана? Для того, чтобы продемонстрировать возможность еще одной новинки. Это вот такая штуковина, к которой крепится педаль. И сюда сверху кладется бас-барабан. По моему мнению, вот для обладателей 20-х, 18-х бочек это вообще идеальный вариант. Что происходит? То есть бас-барабан, он свободно лежит. Здесь полый пластик. И вот такая мягкая подушка. И бас-барабан свободно лежит на этой подушке. То есть он намертво не закреплен в педали. Она не зажимает звук. Вот. И звук получается более открытым. Тут он зажат, слышно, а здесь он более открытый. Очень прикольный девайс. Юлечка Рынкова, привет ей огромный, она уже улетела в Москву. Предоставила мне со стенда, естественно, сэмплы. И вот эта штучка появится у нас в магазине буквально 5-6 февраля. Очень прикольный девайс. Я надеюсь, стоить он будет недорого, но штука крайне полезная. Она не зажимает звук бас-барабана и дает ему звучать открыто. Итак, самая главная новинка этого года у компании Dodario и бренда Evans, в частности, это сетчатые пластики. Грубо говоря, сетки, да, кевларовые, кевлар, как у нас любят называть. Пойдемте посмотрим, что это. На самом деле это очень круто. По причине того, что, во-первых, все диаметры... Все самые популярные диаметры от 8 дюйма до 24. Вот. Сетки высокого качества проклеены. Вот посмотрите, как они выглядят. Называются они Evans Sound Off. И в данном случае здесь стоит вот такая гибридная установка, где расположены триггеры, которые снимают сигнал. И, собственно, через VST-плагин можно спокойно играть. Да, даже слышно. Вот. Вот. Также на бас-барабане тоже установлена сетка Evans Sound Off с пятачком. Собственно, ждите скоро в России. Это, пожалуй, тот товар, которого не хватало в линейке Evans, да, потому что у Remo сетки есть сетки Pearl, Tama. Наконец-то они появились у компании Evans. Ну, собственно, пожалуй, все о новинках. Их не так много, но они клевые. А мы идем дальше.